Ну что ж, друзья мои, всем привет, с вами снова я, Артём Плотников, и вы не поверите, вы долго этого ждали, вы долго этого просили. У нас Радмир Ролиплей, КРМП проект, сервер номер 2. Ну и что ж, поехали, друзья, мы уже зарегистрировались на проектике, и нам предлагают выбрать какого-то бомжочка на выбор, да? Мы только прибыли в этот зловещий... О, на обед. Ну, я думаю, нормально, друзья, нормально. Выбираем и заходим. Ну что, друзья, отлично, подъехал один из моих подписчиков, за что ему большое спасибо. Назар, ты просто пушка-гонка, красавчик. И сейчас Назар проведет нам небольшую экскурсию. У него, видите, Nissan Skyline, вот такой вот заряженный. Вообще, обращаем внимание, друзья, на Радмире, на текстуры машин, на тюнинг, на снежочек и вообще потихонечку на все. Сейчас Назар нам проведет краткий курс, и мы отправимся в автошколу, чтобы нам уже иметь права и при заходе на сервер, чтобы мы смогли взять мопедку и помчать. Просто пушка, друзья. Назар нам еще подсказал пару промо-кодиков. И теперь я должен отыграть 7 часов на сервере не в АФК, и я получу 50 тысяч рябчиков просто на свой банковский счет. Я тут, пока мы ехали, друзья, я заметил, что нас пипец как таскает просто по дороге. Видимо, зимняя физика работает как надо, и нас просто шмаляет из стороны в сторону. Ёкарный бабай, вот так вот, друзья. Поэтому я думаю, что на этом сервачке нам с вами понравится гонять. У Назара что-то небольшой пинчик такой приличненький, и поэтому мы немножко с вами подлагиваем. Ну, впрочем-то, здесь куча всего, друзья. Я думаю, что я здесь разбираться буду долго и упорно. Но вы мне в этом поможете. Я просто в этом уверен, друзья. Вы у меня супер, вы у меня самые лучшие. И поэтому вся надежда только на вас. Бух, ну что ж, наконец-таки мы подбираемся к автошколе. Это было, друзья, что-то с чем-то. Мы так долго ехали, это, конечно, пипец. Это, конечно, жопенько. Ну и что я вам могу сказать? В общем, для сдачи экзамена на водительское удостоверение нам понадобится 600 рябчиков. Спасибо еще раз Назару за то, что он нам дал 200 рублей. И что ж, погнали. Вы готовы приступить? Да, конечно, я готов. 600 рублей минус, и нам нужно ответить, друзья, на 12 вопросов. Ух, скажу вам, что это было сложно, и вам необходимо прочитать, по-любому будет раздел. Практическая часть, отлично. Вам нужно будет немного проехать по городу на учебном авто. Внимание, соблюдайте осторожность и не превышайте скорость. Если вы повредите автомобиль, экзамен будет провален. Ну что, друзья, поехали. Че, сейчас мы найдем тачечку. Так, тачечка, тачечка, ломачечка. О, бесплатная жратва. Отличненько, мы как раз хотим с вами кушать, а денег у нас с вами нету, поэтому ужинаем, друзья, ужинаем. Так, ну что, перелезем через забор, как прям истинные арийцы, да? Так, полезли, ну да, конечно, мы тут не перелезем, погнали, короче, все-таки в обход. Ну что, еще покушаем, что ли? Отличненько, друзья, мы теперь с вами полностью сыты, полностью полны сил, и теперь мы можем с вами бежать и садиться за учебный автомобиль. Тачечки у нас приореньки. Вот такие вот приореньки. Нормальные, в принципе. Крутая тачка. Особенно для учащихся. Так, чтобы открыть шлагбаум, внимание, если поводете, тра-та-та. Короче, пристегиваем ремень безопасности. Так, снял. Зачем я снял ремень безопасности? А, я только сел. Так, отлично, включаем фары. Двигатель заводится. Так. Все, отлично, друзья, можем мчать, лететь, теперь по ПДД ездить. Ну, это, в принципе-то, все понятно. Так, а где у нас чекпоинт? А, чекпоинт-то вот у нас откуда, да, начинается. Ой, 4, нам лок 4 левый, нам лок правый. Ну, ладно, сейчас мы разберемся, сейчас мы тут по змейке сначала проедемся. Наверное, будет парковка задним ходом, да, я прав, как всегда, в принципе. Так, теперь что тут, разворот, да? В маленьком пространстве все замечательно. Теперь здесь нам как-то вот нужно тоже в два действия повернуть. И все, теперь мы можем мчать. Я надеюсь, бензика нам хватит. Включаем левый указатель поворота. Смотрим по сторонам, чтобы нас тут никто с вами не задавил. И в принципе, друзья, начинаем наше такое мини-путешествие. Тут у нас автоломбард, автокредит. Неплохо. Уважаемые игроки, сейчас пройдет мероприятие «Русская рулетка». Приз 25 тысяч рублей. В принципе, для телепорта ТП сразу строй. Блин,
Твоя задача никуда не врезаться. Но это, в принципе-то, все понятненько. Понятненько, и будем стараться. Конечно, на мероприятие хочется. Надеюсь, что мы успеем на него. Поэтому, друзья, немножечко притопим и добавим газоченьку, да? Блин, тут вообще, конечно, узко все, довольно-таки много народу и довольно-таки много психов. Поэтому, друзья, спешить нам с вами некуда. Все успеем, все приедем, все доедем. Сбербанк, кстати, прошу обратить ваше внимание, правда, не рабочий. Пока что, о, Псиера тут у нас, да. В принципе, блин, тачек предостаточно. Столько выбора автомашин, это круто. Все, телепорт закрыт. Ну да, успели, блин, на мероприятие с вами. Ага, конечно. Ну, главное, чтобы хоть на права сдать. Ой, надеюсь, все получится. Так. И... отлично, друзья, вы успешно сдали практическую часть экзамена по вождению. Получайте водительское удостоверение. На вашей машине не обнаружено никаких повреждений. Не забывайте клавиши управления, а также правила дорожного движения. Спасибо, друзья, спасибо. Теперь можем отправиться и немножко поработать. Ну, в общем, что я вам хочу сказать, друзья. Проект реально стоящий. Мы будем продолжать на нем играть, будем продолжать снимать на нем. Просто я так подозреваю, что сейчас вот наш вот этот вот водитель, он сейчас ласты просто склеит, и мы ни докуда не доедем. А путь мы держим ни хрена не близко. Мы едем с вами на ферму, друзья, на зимнюю ферму. Сейчас будем зарабатывать бабосики. Ну а от вас мне нужна максимальная поддержка, друзья. Пишите в комментариях к данному ролику вообще любую информацию, какую я только пропустил. Что-то там, какие-то мелочи, где лучше подзаработать бабла, куда отправиться, где мне побывать. В общем, друзья, все-все-все мне максимально интересно. Я уже накопил на этом проекте уже 2 очка опыта. У меня скоро будет второй левел. Мне нужно вообще прикупить себе одежду, прикупить себе телефон. Мне, короче, вообще до хрена что, друзья, нужно сделать. Ох, короче, друзья, будет весело. Нам осталось еще 2 часика до второго уровня. И думаю, все будет здоровски. Давайте немножечко включим снег. Ну, что-то он у нас... не идет, короче, снег у нас с вами кончился, в общем-то. Весна у нас наступила, плюс 20, вон, в области ожидается малооблачно, плюс 20, какой снег. Короче, что-то дружище очень долго уже не сдыхает. Ну, а я, друзья, буду заканчивать на этом ролик. Сейчас мы немножко пойдем, подзаработаем баблишко на ферме, если все-таки мы до нее доберемся. Ну, а ты, я уже надеюсь, поставил лайкос, жирненький такой лайкос, дизлайки мы не ставим, друзья, у нас либо лайк, либо лайк. По-другому, друзья, у нас никак. Подписался на канал, написал комментарий и помог мне. Я думаю, друзья, это будет пушечное видео на этом проекте, поэтому, друзья, помогайте, что ж я вам могу сказать. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующей серии, которая выйдет примерно через дня 4-5, думаю, друзья. Вот так вот. Вообще график пора бы составить серии, поэтому все будет в описании в моей группе, друзья, которая есть в описании к ролику. Поэтому переходи. Всем пока, удачи, спасибо.